меня к вам большая просьба. Пожалуйста. Можно вас попросить идти только по шоссе, не сворачивая. Дорогой шеф, на чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники. Поразительно. Молодец. Гениально. Слушай, другой тоже. А я никогда не закусываю. Я этой глупой привычки не имею. Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Наши люди в булочную на такси не ездят. А еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта. Это же кошмар, кошмар! Мы представляем прекрасных женщин, девушек, которые олицетворяют собой новую судьбу женщины, город, понимаете? Молитесь, молитесь на меня. Вино, женщины, карты вам обеспечены. Никогда, никогда еще Воробьянинов не протягивал руки. Ой. Ангелочки. Вот что Христ животворящий делает. Часовню тоже я развалил. Это приятель Антон Семенович Шпак. Натурально, как вы играете. И царь какой такой типичный. На нашего Буншу похож. Косит зайцы траву, трынь траву на поляне. И от страха все быстрее песенку пою. Благодарю за внимание.